Несколько слов о сегодняшней игре. Ну, игра была. Прежде всего, позвольте поздравить вас с победой. Спасибо, да. Спасибо. Пару слов, да, комментарий. Ну, первый тайм был как бы под нашей инициативой, мы могли забивать, но не реализовать некоторые моменты. А, у Самары тоже был там угловой, как я помню, и прострел. Ну, а второй тайм мы полностью доминировали, но соперников не было моментов таких, что 100%. Ну, у нас, ну, как всегда, не хватает реализации, наверное. Поэтому. А так, выиграли 1-0, все довольны. В концовке заставили все-таки немножко понервничать, потому что было пару разных моментов, и болельщики прям вздрагивали немножко. Ну, или это с трибун-то оказалось? С трибун-то оказалось, так все контролировано. Наверное, один момент был, когда моего рикошета Игорь там ногами будет, не помню. А так опасных не было. В целом, крылья вас сегодня удивили или обычная команда? То есть, ну, как готовились, так и было? Ну, крылья сегодня молодцы, они играли в свой футбол, как они знали, на контратак хотели выйти, выбежать. Но мы к этому были готовы, поэтому держали мяч под контролем. Ну, как мы с тремя защитниками готовились к контратаке, чтобы предотвратить и мяч к себе забрать. А крылья сегодня, ну, удивили, можно сказать. Да. Спасибо. Чувствовали отсутствие Виктора Михайловича на бровке? Ну да, немножко так чувствовали. Мне не хватало этого, как сказать, ну, ора такого. Задора. Да, задора такого. Не хватало. Ну, сегодня и второй тренер тоже мало подсказывал, я слышал, и Карп подсказывал, я тоже слышал. Как вам перформанс болельщиков с цитатами Виктора Михайловича? Честно, я не видел. Я там видел, когда выложили какие-то надписи и все. Так не обращал, весь в игре был. Спасибо, удачи. Спасибо.